У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ирина Туманова, и моя авторская программа «Добрый дом». Сегодня у нас в гостях моя книга «Раз, два, три, песенки». А начинается она с песенки «Считалочка». И исполняю ее я сама. Я ее исполняю под аранжировку. А ребята из Германии спели ее под фортепиано. Кстати, мои песни исполнять можно совершенно по-разному. Могут исполнять солисты, мальчики, девочки, могут петь взрослые люди, а можно их петь хором. Сложили в букеты, то хочется, чтобы они жили подольше и радовали нас своей красотой. Ребята, вы знаете, я сама очень люблю сажать цветы. И мне очень часто дарят красивые букеты. И я придумала такой способ, чтобы сохранить эту красоту. Я их фотографирую. И те букеты очаровательные, которые у меня раньше жили в вазочках, и те цветы, которые выросли в саду, теперь со мной на фотографиях. Картинки привезла моя дочка Катя из далекой-далекой Доминиканы. Там всегда жарко и светит солнце. Посмотрите, какие яркие краски. Вот, ребята, чтобы цветы жили с нами дольше, художники-флористы придумали такой вот способ. Они делают замечательные корзины из сухих цветов. И вот эта корзина живет у меня уже много лет. А вот эти маленькие розочки засушила моя дочка Катя. Посмотрите, как я люблю эту маленькую вазочку. Она все время напоминает мне о лете. Или фотографировать и присылайте все это на мою электронную почту. Ну вот и все. Сегодня мы с вами все в цветах. А с вами была я, Ирина Туманова, и моя передача «Добрый дом». До свидания! У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.